Оленек обыкновенный, черный жук, среднего размера, с плоским телом. Голова большая, грудь шире головы. Задние ноги с одним шипом. Особенно хорошо развиты челюсти. Они снабжены отростками и зубцами. Жуки активны летом. Хорошо летает в вечерние часы и первой половине ночи. Этого жука легко узнать по мощным мандибулам. Встречается в Европе, Северо-Западной Африке, на Кавказе и в Западной Азии. Обыкновенного оленька можно найти в смешанных и широколиственных лесах, садах, парках и даже на дачных участках. Оленек обыкновенный, жук семейства рогачей. Тело вытянутое, параллельно стороннее, уплощенное. Длина 19-32 мм. Жук черный, матовый. Надкрылья без бороздок. Булава усиков четырехчленниковая. Верхние челюсти самцов лишь незначительно длиннее, чем у самки. Передние голени сверху с килями и продольными бороздками. Лапки снизу в длинных желтых волосках. Встречается повсеместно в лесной зоне. В степях приурочен также к системе лесополос. Летает по ночам. Жук обитает в смешанных и широколиственных лесах. Время лета с апреля по октябрь.
Жуки встречаются на коре деревьев, в трухлявых пнях и дуплах. Как и большинство рогачей, оленек питается соком, вытекающим из поврежденных стволов деревьев. Личинки живут в гниющей древесине таких лиственных деревьев, как дуб, осина, вяз, тополь, клен, липа, береза. Личинки последнего возраста обустраивают куколочные колыбельки из древесины, земли и слюны, в которых они превращаются в куколки. Через определенное время из куколок появляются взрослые жуки. Развитие длится 2-3 года. Оленек обыкновенный охраняется в Латвии, Швеции. Занесен в Красную книгу Казахстана. Из Казахстана после обнаружения в 1914 году сведений о находках вида больше не поступало.